Тебе? На карандаши. Риша, тебе на карандаши, на пирожки. Антоша, нет. Тебе на карандаши. А Афоня свой кошелек. А ты потеряешь кошелек, где-то бросишь свой. А я найду. Афоня, у тебя там все нормально? На там деньги мои. Твои деньги? А ты маме кошелек отдай, мама тебе тебе даст. Нет. Ой, да, да, да. А мы собрались. Дети счастливы. Да? Все собрались? Нет. Так, что, мы поехали? Говорите, девушки, до свидания. До свидания. Спасибо, скажите, да, дедуля? Да, спасибо. Нам понравилось. До тебя сейчас приду. Приду до тебя. На сене. Афоня сейчас будет в засаде сидеть с автоматом, да? Да. Давай, пошли. Ой, колется, иди сюда. Заходи. Нормально? Такая красота. Залазим, пофоткали эту красоту, небо обалденно голубое. Едем дальше. Мы уже в станице, дети хотят зайти в рыбацкий. У нас вот все для рыбалки, сейчас купят себе поплавки, удочки. Бабушка же с дедушкой дали деньги. Мы уже дома, у нас уже 4 вечера. Григорий тут готовится на рыбалку. Я до 5 посещаю. Давай, пойдешь уже? Да. Я. Фоня тут, в общем, что-то написал, да? Да. Что теперь, будем читать? Да. Как? Расскажи. Это Беколоса бабочка. С какой бабушкой идешь, Калюша? Забыл, что ли? Да. А девушка Саша с какой бабушкой? Другой бабушкой. А, с другой? Про меня забыл? Да. Ай-яй-яй. Вот ты теперь. Это я теперь там написана? Да, Саша, ты будешь. А еще я буду? Меня там много будет? Нет. Чуть-чуть? Ашелотти. Отличная. Красивая какая я, да? Вот я. Я вверху. А я? А ты внизу. А почему? Я тоже хочу быть вверху. Ладно, ты вот тут вверху. Ну ты вверху. А вот азачи. И я еще? Меня две? Да. Ладно, с папой. Как его зовут? Папа Низу. Папа Низу. А как его зовут, нашего папу? Дядя Сережа. Дядя Сережа? Да. А маму как зовут? Тетя Вена. А, тетя Вена? Сейчас я пишу бабушку Ину. Давай. Она с кем у нас будет? Бабушка... Дедушка Сасель. Угу. Я сейчас пишу дедушка Сасель. Да папа не посмотрел. Так, иди уже не посматривай. Так, мама, маме посмотрела. Привезли Григория в школу, а он так и не выходит. Давай, выходи. Не хочу вообще ее видеть. Увези меня. Еще. А, школу не хочешь видеть? Да. Давай, давай, Григорий. Снеси ее, и тогда я, может, еще пойду. Угу. И тут... Антоха сам пошел в магазин за водой. Ему идти в первый класс. Для меня он до сих пор маленький. Не знаю, для меня он самый маленький.
Для меня даже Афоня старше, чем Антоха. Поэтому приучаю его и себя к тому, что он уже взрослый. Идет мой маленький большой человек. Ой, извините. Ой-ой-ой, что-то я расчихалась. Ну как ты там, справился? Что сказали? Холодную? Не надо было холодную. Мам, у меня все будут просить холодную. На, сдачу. Да? Еще Маргарита сейчас со мной поедет. Я, в общем-то, Антоху отвела. Гляньте, какая тут машина стоит. У нее, кстати, вот этой двери задней. Вот с той стороны нет. Не знаю, как они приехали. Ну, как-то приехали. В общем, вот мои девчонки и мальчишки. А где серый, я что-то не знаю. Афонька, я тебе Маргошку привезла. Будете играть? Да! Мы прямо тут ползали. А папа косит. Какая прелесть. Как я его люблю. Папа, привет. Давно меня не было дома, да? Забрала Григория с карате, у него ногу свело, да? Болит теперь? Короче, мышцы твердые, поехали лечить. Какую, правую? Да, самую главную. Ну, да? Все с ногами лежим. Очень жаль. Двери я тут. Ага, эта машина на футболе тоже была сегодня без двери. Так, в общем, у нас 30 августа, 8:30, сбор.